Любой желающий может принять участие в исполнении желаний детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. На каждой открытке в пасхальном яйце написано имя, возраст и пожелание ребенка. Мечты простые – книга, футболка, мягкая игрушка, альбом и краски. Вы можете купить подарок и передать его сотрудникам центра или сделать пожертвование в фонд «Светик, Симе, Светик». Данная акция продлится со 2 по 10 апреля. Стенд акции «Вербочка желаний» расположен на втором этаже гипермаркета «Магнит» на Краснодарском кольце. Специалисты находятся там с 12 до 16 часов и призывают воплотить в делах девиз акции «Не нужно быть важным, важно быть нужным».